Привет, YouTube, привет, подписчики. Возможно, на Красной площади устроят оргию. Письку покажи! Письку! Я всего лишь пенис вайс. Медлячок, чтобы ты заплакала. Давай устроим челлендж. Всем привет, меня зовут Раиль, это хижина музыканта. Сегодня тематический выпуск чат-рулетки «Я расстался с девушкой». Буду исполнять только грустные песни Коржа, Андрея Леницкого, Басты. Кстати, в конце видео по традиции разыграю три моих видеокурса, но если вы новичок, здесь впервые и хотите принять участие, то ставьте лайк этому видео, пишите интересный комментарий и подписывайтесь на канал. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы получать все уведомления. Поехали! Ну, короче, грустная песня, Коржа, Мотылек. Знакомая тема, бро. Спасибо, если ты сейчас ее замутишь, я тебе просто дам. Да что ты, черт побери, такое несешь? Сколько потерянных лет, обиды прожигают грудь, да боли сильнее. Ничего, потерпи месяцок. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый мотылек в твоих глазах станет обычной тварью. Я затолкаю тебя в тачку силой, я отвезу тебя к пацанам. Там банька, рыбы и пива, братишка, я тебе сдохнуть не дам. Сколько в мире девушек красивых, искренних, верных, да и простых. Такая вот терапия. Это просто великолепно, бро. Это просто, знаешь, это душевно. Ты делаешь не только ковер, просто залетаешь с кайфом вот именно вот в сердце. Тебе огромный респект, что ты делаешь такие классные вещи. Спасибо тебе большое, что прослушал внимательно. И голос у тебя, кстати, прикольно меняешь. Ты, может, знаешь канал «Голос Васи», нет? Нет, я не знаю его канал, но я встречал этого маленького ублюдка. Он меня спросил, я занимаюсь ТикТоком, и я сказал, нет, бро, я так же, как и ты тут, проходил мимо. Бля, не знаю, кто ты, но красавчик, красавчик. Давай, бро, ты крутой, тебе хороших собеседников, поменьше негатива. Мой канал, NoName, no весело нарежь. Стримов нет, но я к тебе обязательно залечу, бро, я тебя запомню. У меня есть подруга, ее зовут Настя Шиповская. У нее голос похож на голос Максима. Ну, как мне кажется, она говорит, что ничего подобного. Ты же как раз через комп сможешь сейчас посмотреть, похож ее голос или нет? Ну, давай попробуем. За высокой травой, где туманы белее. А чей голос похож? Максим, знаешь ли ты вдоль ночных дорог? Нет, эту песню я знаю. Но есть что-то схожее. Да, на верхних нотах как будто бы, да? Да. Похоже? У меня просто подружка рядом не слышит, когда я переспросила, она сейчас писала голос на Максим, она тебя не слышала при этом. А, нифига себе. Слушай, очень хороший голос. Ребята, если и вы находите голос Насти похожим на голос Максим, то давайте сделаем ей сюрприз. У нее под видео напишем что-нибудь приятное про ее голос, ссылочка будет в описании, переходите, подписывайтесь на ее канал. Здорово, корова! Нашу пой песню, пусть ты такую гитару стал. Давай нашу, богатырскую. Спой песню. Мы танцуем, а ты танцуешь? Спой песню. Хуйню давай я сыграю, а вы станцуете под песню, окей? В дымном плену, в угаре пьяном, жизнь моя пошла по ресторанам. Грустный саксофон тоску нагоняет, и твой образ предо мной всплывает. По ресторанам, по ресторанам, по ресторанам тебя ищу, тебя забуду, по ресторанам. Потеряю по ресторанам. Спасибо. Тебя люблю. Не смешите мои подковы. Сейчас такого уже не поют. Быстро пихай.
Ёп, Тарзан, он говорит, что за челюсть. Пусть говорят, что не судьба нам быть вдвоем. Люди твердят об одном, об одном. Я это ты, ты это я. И никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одно я дам. Я главный поклонник творчества Мурата Насырова. Возглавляю его российский фан-клуб. Да это просто какой-то страх. У нас продлили карантин до июня, и... Но если в июне он закончится, это будет очень классно. Мне кажется, у нас когда закончится карантин, все люди выйдут на улицу, просто будут друг с другом обниматься. Возможно, на Красной площади устроят оргию. Давайте все трахаться! Огромную просто оргию, как в Южном парке. Но я вышла вот на работу, и я так рада людям. Мне так нравится на них смотреть. Эй, люди! Ну, блин, все люди такие красивые, такие интересные, и с каждым интересно поговорить. Блин, это такое счастье, на самом деле, находиться среди людей, это очень круто. Френд-зона! Френд-зона! Зона! Нифига ты. Перестраховываешься, что ли? Чат-рулетка не вирусная до сих пор, еще не заразились здесь. Ты сейчас знаешь, на кого похоже? На этого персонажа, но он из Черепашки-ниндзя, и у него тоже нос вот так прикрыт. Я крысиный король. Да зашибись, я прямо одно лицо просто. Угадай, где я? Я дома. Угадай, как я? Я в норме. У меня есть сын, и я о ней помню. Я варю контент как повар. Угадай, где я? Я дома. Угадай, как я? Я в норме. У меня просто масок целый пакет. Вот. Давай устроим челлендж, что масок на лицо Кати. Нет. Давай на мое лицо. Все, у вас челлендж, давай еще больше. А, да? А потом их придется складывать, круто. Ну ничего. Раз. А как, какой стороной их надевать, синий или белый? Любой, да. Да. Три. Жопу когда три. Тут три, тут два. У меня одна пока. А, одна маска. Четыре. Четыре, один, еще четыре, две. Два. Четыре. Четыре, три. Пять. Пять. Господи, еще не пять. Четыре, четыре. Даже если я ползаю. Пять, четыре. У тебя ушки маленькие. Ой, шесть, господи. Четыре. Нет, у меня все нормально. Просто попа. Семь. У твоей подруги просто уши помощнее. Все, больше нельзя. А я не знаю, сколько я. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре. Вы издеваетесь? Я шесть одела, а она семь. Молодцы, все равно победила дружба, красавчики. Вот и узнали, сколько можно носить на одном лице масок, да? А маску я надел, поскольку в студии сегодня больной мальчик. А на мне 7 маск, меня никакие вирусы не возьмут. Но это не точно. Фу, гитарист, я не буду с ним разговаривать. Споет еще мне тут песню, которую я не люблю. Люди, любите это все. Ламо, Чё-чё? Эллом-бум-ба-лум-бум. Ты ютубер? Ну, типа того. Ты ютубер? Я тебя где-то реально видел. Где-то такое лицо знакомое. Да-да, еще блогеров там. Я их видел. Их куча. У тебя полмиллиона подписчиков? Ну да. Передавай привет, ставлю тебя. Привет, ютуб. Привет, подписчики. Подписывайтесь на его канал. Привет. Песню Леницкого знаете? Андрей Леницкий, девочка моя, песня. Да, мне нравится она, давай. Давай. Пускай за окнами снега, буду помнить всегда о тебе и про тебя. Девочка моя, пускай за окнами снега, буду помнить всегда о тебе и про тебя. Девочка моя.
Офигенно. Просто. Круто, что ты знаешь эту песню. Это вообще офигенно тоже. Приветики. Как дела у тебя? Замурчательно у тебя? Замурчательно? Что-то новое. У тебя милая улыбка. Звука нет? Милая улыбка. Спасибо. Итак, полгода днем пожар, а ночью бессонница. Сердце рвется, но лед никак не тронется. Но как-то утром я решил сделать первый шаг. Купил цветы под подъезд, лишь бы ты пришла. И ты пришла, драма по классике. Но не одна пришла, а под ручку с одноклассником. И ударились об землю небеса. И тогда я написал: Юля, медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково. И пусть банально и неталантливо, но как сумела гитара сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Обалденно. Ты прям так это что ли, кайфовать начала, глаза закрыла? Да. Ну потому что рядом очень красивый голос, и исполнение хорошее. Спасибо. Прям мурашки. Да, даже так? Алло. Какое это милое кошка. Создание. Это кот? Да, и он слепенький. Нет, у него одного глаза с рождения нет, а второй глаз у него плохо видит. Скажи, пожалуйста, как быть парню? У меня есть друг, у которого, короче, ну типа любовь была с девчонкой, но девчонка через 3 месяца ушла обратно к бывшему, типа. Вот он ломает голову, страдает, не знает, что делать. Что ему делать? Ну ничего, блядь. Ничего не делать. Просто знаешь, девка-шлюха. Вот и все. Знаешь, подожди. Папы дуры, идиотки ебаные. Так что нормально. Типа, это нормально возвращаться к бывшему. Обычно ничем хорошим. А, смотри, ты просто говоришь это в обобщенном виде. Если разбираться в конкретной ситуации, то, может быть, возникнут какие-нибудь нюансы. Ну, может быть, это по его вине, что она ушла. Может быть, это по... что, может, она ебанутая, она ушла. Ну, всякое может быть. Слушай. Ну, у него тоже должны быть яйца. Вот это мне нравится. Ты это точно не споешь. Окей, я принимаю этот вызов. Типа. О, привет! О, привет! А, вот знакомься, Дмитрий Нагиев, кстати. Ну-ка, сыграй что-нибудь. Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, кукушка. Пропой. В городе мне жители на выселках. Камнем лежать или гореть звездой. Круто! Вообще. Здорово, здорово. Блядь, я на тебя подписан. Да, от души. Как тебя зовут? Меня зовут Саня. Саня, ладно. Сколько играешь на гитаре? Плюс-минус 1.5 года где-то. И я встречал многих людей, кто садится, не могу. Ребят, не нужно. Я сам как учился играть? Я пальцы в кровь стирал, чтобы научиться. Это была прям тяга к этому. Давай, Саш, тогда удачи, увидимся. Он тебя пародирует. Ничего. Уточка, уточка, сделайте все уточку. Так. Во. Да. Привет. Сыграй нам что-нибудь вообще классное, такое зажигающее. Раиль Арсланов. Да, здорово, здорово. Ну что, друзья, на сегодня все. Даже бан заработал в этом выпуске. Если вам понравился выпуск, я уделил ему несколько дней, поэтому ставьте лайк этому видео, давайте наберем 15 тысяч лайков, и я выпущу следующий 7-й выпуск. И пишите, кстати, на какую тему, какие песни петь,
список прямо пишите. А сейчас на экране вы видите лучшие комментарии с прошлого выпуска. Чат рулетки. Вот эти ребята-красавчики очень интересные комментарии написали. Ну и не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии, ставить лайк. А прямо сейчас мы разыграем 3 моих видеокурса. И уже увидимся в следующих видосах. Всем пока. Итак, ребята, давайте определим 3 победителей моих видеокурсов по гитаре и вокалу, которые, кстати, находятся в описании под видео, вот ссылочки. Это для тех, кто не хочет ждать халявы, там, неизвестно когда, а прямо сейчас начать изучать гитару и вокал и исполнять любимые песни, прям как я, в чат-рулетке. Копируем ссылочку 5 выпуска. У нас здесь практически 2000 комментариев, что очень круто, спасибо каждому. Переходим на сайт рандомайзера. Вставляем ссылку, вставил, и загружаем комментарии. Так, 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 очень много комментариев. Программа сейчас будет определять, кто же станет победителем 1 видеокурса. Уже ошибки пошли. Ну-ка, cancel, подождем. Так, 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 будем считать, что мы остановились на... парни под ником, ну как бы вот, окей, первый победитель у нас слово СПБ зеркало. Может быть, я выиграю, поэтому оставлю тут свой след. Красавчик, красавчик, спасибо тебе. Пиши мне ВКонтакте, я тебе вышлю курс. Итак, у нас завис сайт, но ничего, мы еще раз обновляем и пытаемся определить 2 победителя. Итак, крутим наш рандомайзер, ретрай, типа, да. И вторым победителем курса становится Данил Афанасьев. Первый раз на твоем канале поешь и играешь очень хорошо, а за арию вообще лайкосик. Поздравляю, пиши мне ВКонтакте, я тебе вышлю один из курсов. Поехали, третий победитель у нас, несмотря на то, что сайт выдает всякие ошибки, третьим победителем становится Роман Емеля. Хочу научиться играть. Пиши мне ВКонтакте тоже. Участвуйте в розыгрыше. Пишите под этим видео комментарий. Ставьте лайк. Врубайте колокольчик и оставляйте комментарий. Скоро увидимся.